Где в полной мере можно познать искусство кендо, как не на его родине, в Японии? Воспитанники Ивановской Федерации посетили страну восходящего солнца. 2018 год объявлен годом взаимных молодежных обменов в разных сферах между Россией и Японией. И мы стали участниками этого обмена совместно с Казанским клубом, который тоже практикует кендо, мы организовали поездку в Японию. В страну восходящего солнца отправились две группы. Ребята в возрасте 14-17 лет и взрослые ученики. Ивановцы провели там 8 дней. Программа была насыщена не только экскурсиями, но и, конечно, спортивными занятиями. У нас было 5 тренировок по 1,5 часа. Также в конце мы 10 человек, ну, 10 человек от Японии, 10 человек от России, мы сражались. Но мы проиграли, но это было захватывающе и очень круто. Подобная поездка для ребят – большая удача. Не так часто выпадает возможность поехать за границу. Тем более, поездка в страну восходящего солнца обошлась относительно недорого. Принимающая сторона взяла на себя большую часть расходов. Как оказалось, японская кендо от российского очень отличается. Ивановские ребята были восхищены уровнем подготовки японских спортсменов. Я для себя открыл новую кендо. Мы увидели, как занимаются японские школьники, как они делают разные упражнения, они совсем отличаются от нас, они скоростью, быстротой, точностью попаданий отличаются всем от нас. В Японию поехали не все ребята, а только те, кто показывает хорошие успехи. Ивановские спортсмены в последние годы чемпионы, призеры России, претенденты в национальную сборную. Я подчеркнула много от студентов, мы с ними очень много общались. Даже во время тренировки просто смотришь на них, видишь, какие они легкие, у них все плавные движения, резкие удары, скорость большая. Как бы этому хочется научиться. Этому можно совершенствоваться всю жизнь. Интересно, что главный тренер Ивановской области по кендо несколько лет назад и сам стал участником самого первого такого обмена. Поэтому, когда наметилась поездка, даже не было сомнений, ехать или нет. Для него подобное путешествие оказалось бесценным опытом в постижении культуры и традиций страны. Большое внимание уделяет взаимному уважению друг к другу. И то, что это является, опять же, основой нашего фехтования, то есть прежде чем прийти на тренировку, войти в зал, мы делаем поклон, что является признаком проявления уважения. Вот. То есть в Японии я совершенно в разных уголках Японии увидел проявление этого совершенно вот, просто прохода мимо японцев, которые проявляют уважение к тебе обычным поклоном, до общения личного. Тренеры надеются, что полученный ребятам в Японии опыт пригодится в будущем. И вдохновленные этой поездкой спортсмены смогут завоевать новые высоты. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.